В нашей промышленности в широких масштабах применяются различные моющие средства. Обезжиривание многих деталей – непременное условие технологического процесса. Однако применение органических растворителей связано и с определенными издержками. Во-первых, они сравнительно дороги. Их расходование на промывку деталей обходится государству в десятки и даже сотни миллионов рублей. Во-вторых, эти жидкости далеко не безопасны для здоровья, а стало быть, требуют специальных защитных приспособлений. Но все эти недостатки не идут ни в какое сравнение с угрозой пожаров на предприятиях. Бензин, спирт, керосин, уайт-спирит пожароопасны. Более того, они взрывоопасны. Малейшее нарушение технологического режима, неисправность оборудования могут привести к тяжелым последствиям. Небрежное обращение с пожароопасными растворителями нередко входит в привычку, но рано или поздно работы с горючими жидкостями даже при нормальной температуре создаются опасные для воспламенения концентрации паров. При транспортировке, переливании горючих жидкостей в них образуются большие заряды статического электричества, потенциал которых достигает нескольких тысяч вольт, что приводит иногда к пожарам и взрывам. Промывочные ванны открыты. Не исключаются проливы жидкостей, пропитка полов, деревянных настилов, одежды рабочего. Все это может привести к трагическим последствиям. Сотни пожаров, миллионы рублей ущерба, человеческие жертвы – вот результат небрежного обращения с горючими жидкостями. А нельзя ли эти опасные спутники производства чем-либо заменить? На Ильичевском судостроительном заводе для обезжиривания электродвигателей вместо бензина применяются пожаробезопасные технические моющие средства. На многих авторемонтных предприятиях керосин, например, заменен лобамидом и другими щелочными растворами.
Для обезжиривания деталей применяются специальные механизированные моечные установки. Для очистки деталей, имеющих мелкие размеры и сложную конфигурацию, применяются ультразвуковые ванны. Ультразвуковой метод позволяет резко увеличить скорость процесса обезжиривания, улучшить его качество, создать более благоприятные условия труда, уменьшить расходы химикатов. На смену горючему полистирольному клею также пришел ультразвук, главное достоинство которого – полная пожарная безопасность. Таким образом, уже на многих предприятиях промышленности горючие жидкости заменены новыми, не горючими. Проблему замены легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также механизации процессов обезжиривания деталей, решают многие научно-исследовательские учреждения. Усилиями ученых и практических работников пожарной охраны созданы десятки технических моющих средств. Их главное достоинство – пожарная безопасность. Поиск новых моющих средств продолжается. На смену ручному труду приходят автоматизированные технологические линии, которые не только сводят до минимума количество рабочих, занятых обезжириванием, но и способствуют сохранению здоровья людей. В автомобильной промышленности, например, утомительный и далеко не безопасный труд мойщика заменен автоматической линией, позволяющей одновременно обрабатывать десятки деталей, узлов и агрегатов будущего автомобиля. Это дает возможность значительно повысить производительность труда и улучшить качество изделий. Только за последние годы 3500 предприятий страны перешли на новые методы обезжиривания с использованием негорючих жидкостей. Из технологических процессов производства изъято свыше 230 тысяч тонн пожароопасных растворителей, сэкономлены десятки миллионов рублей.